Тереза, я готов начать. Спасибо, что помог проверить новый курс препятствий. Не за что, я представил себя новичком. Хорошо, твоя цель в учебной миссии – изучать основы ориентирования и маневров агентства. Следуй стрелкам и инструкциям, чтобы дойти до флага агентства. Как выучишь основы, можешь попробовать пройти миссию снова и попытаться побить рекордное время. Ты готов? Готов. Вперед! Чтобы ползти, нажмите кнопку треугольника, потом используйте левый аналоговый стик, чтобы ползти туда, куда хотите. Хорошо. Жми левый аналоговый стик влево и вправо, чтобы ползти вдоль уступа. Нажми левый аналоговый стик в направлении угла, чтобы завернуть за угол. Чтобы найти скрытые магнитные замки, одень очки ЭУ. Что это значит? Электронный обнаруживатель устройств. Он улавливает малейший электромагнитный сигнал. Процесс в твоих очках фильтрует все лишние сигналы. Чтобы взять очки, нажми и держи левую кнопку направления, потом нажми кнопку квадрата, чтобы выбрать ADSU. Чтобы включить или выключить очки, нажми левую кнопку направления. Видишь радар в нижнем левом углу твоего дисплея? Мигающий треугольник показывает положение твоей текущей цели, в данном случае флага агентства. Ну вот, пока неплохо. Сейчас я даю тебе новую цель. Найди скрытый код для этого кодового замка и открой эту дверь. Во-первых, тебе потребуется узнать код для кодового замка. На стене у двери есть замок с тремя цифрами. Нужно использовать прибор ночного видения, чтобы увидеть цифры. Чтобы взять его, нажмите и держите левую кнопку направления, потом нажмите кнопку круга. NV – это ночное видение. Ты это знал? Я стараюсь быть новичком, помнишь? Ах да, прости. Используй кнопки направления вниз, влево и вправо, чтобы выбрать нужные вам цифры. Нажми X, чтобы выбрать. Нажми кнопку треугольника, чтобы выйти. Когда вы выберете все три правильных числа, они засветятся зелеными. Если у вас не выйдет, они будут светиться красными. Вы можете повторить свои попытки. Отличная работа! Это функциональная дверь. Нажмите кнопку направления вверх, чтобы открыть ее. Вы можете выбрать дверь, нажав кнопку направления вверх еще раз. Гейб, эта дверь не функционирует. Вас понял.
Чтобы вылезти по лестнице, используйте левый аналоговый стик. Потом жмите вверх или вниз, чтобы лезть вверх или вниз. На лестнице вы можете нажать кнопку X, чтобы быстро соскользнуть. Понял. Нет, эта дверь здесь только для вида. Возможно, за ней совсем ничего нет. Хорошо. Не трать время, эта дверь не откроется. Если дверь не функционирует, появится иконка взаимодействия. Ну вот, справился. Поздравляю. А как ты думаешь? Неплохой курс препятствий, годится. Спасибо. Есть два скрытых пути BPL, которые можешь поискать, чтобы сократить время.